сбрасывая руки, делаем кружок головой. В это же время солист делает раз, два, три, четыре и рисует кружок запястья. И когда он рисует кружок запястья, у остальных идет как раз голова. Можете выбрать любую из партий. Дальше, после этого, на шатрас, мы распрыгиваемся на две ножки. Правая кисть у нас забивается сверху налево. Бам. Дальше мы переносим вес в эту сторону. Кисти рисуют кружочек. Возвращаем вес направо, уходит рука сюда. Через низ мы подтягиваем руки к груди, поднимаем ножку. И опускаемся вниз. Ставим сюда ножку, руки опускаются вниз. Дальше у нас идет с вами удар. С левой ногой идет в пол, после чего закрывается назад. Когда нога будет бить в пол, у нас идет удар назад, мы пружинкой поднимаемся. Отсюда руки выходят вперед. Отсюда они делают круг сюда, в хлопок. И раскрываются вот сюда. И ноги у нас должны закрыться в такую позицию. Еще счет будет следующий. У нас было 5. Левая спереди. 5, 6, 7, 8. Пам, 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 пам. Раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Дальше с этого движения мы запускаем волну с левой ручки на правую. Поворачиваем голову влево, начинаем отсюда волну, и когда волна проходит вправо, проводим ее взглядом. Это на два счета. Раз, два. На три, четыре мы разворачиваем себя назад. На пять с левой ноги делаем шаг, выводим руку наверх. Пять, шесть. На 7-8 мы через замах опускаемся вниз, достаем ручку и чуть подаем корпус назад. Угу. Соберем всю эту первую часть. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Дальше. С этого положения мы начинаем бежать на левую ножку. Руки замахиваются вот сюда в диагональ. Раз. И. На два. Правая ручка у нас уходит вниз, левый локоть наверх. Вот такое положение. Дальше мы переносим вес на другую ножку. Левая рука у нас уходит назад, правая локоть идет сюда. Дальше мы кладем руку на бедро. Кладем руку на бедро. И спрыгиваем на две ножки, руки проводим по себе. Угу. Еще раз. Были здесь. Раз, два, и три, и четыре. На счет пять, это все еще идет. Пять. Дальше шесть, и. То есть нужно руками давить шесть. И подтянуть сюда. Семь сделать петельку. Опять же у нас правая рука сверху. Вот она петелька. Семь. И на восемь руки увести назад за себя. Еще раз соединим эту часть. Были здесь. Раз, два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. И остался последний маленький кусочек. Значит, далее мы замахиваем высота на и левую ручку наверх. Бьем левый локтем вниз, правый локтем вверх. Пам. Дальше правая рука пролетает над левой. Пам. Локоть уводится назад. Дальше идет удар назад, выводится ручка вперед пальцем, опускается вниз и идет кружочек с головой. Сопровождается это движение ногами. Когда мы бьем локтями, мы бьем правой ножкой, потом мы шагаем на правую назад в этот момент, чтобы ударить левой ножкой на локоть. И здесь ноги снова уходят в нашу позицию. И мы делаем кружочек. Соберем полностью всю эту связочку целиком. Итак, левая спереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз.
два, и три, четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Rewind, rewind, rewind. И кружочек сюда. Медленно по скорости 50. Got to kill.